С 2011 года в Кузнецке впервые начнет действовать городская программа по социальной поддержке инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных граждан. Программа целевая, рассчитана на 4 года. Ее разработкой занимается отдел социальной защиты населения. Местные депутаты на очередной сессии рекомендовали исполнителям особое внимание обратить на обучение, трудоустройство инвалидов Кузнецка, на реабилитационную помощь с ними, оказание социальной и материальной помощи. По рекомендации депутатского корпуса в городе будет создана межведомственная комиссия, которая займется координацией и контролем за внедрением этой программы в жизнь. Я думаю, что та программа, которая будет принята в городской администрации, она будет способствовать улучшению жизни людей с ограниченными возможностями. Еще один вопрос был решен на очередной сессии. К новому учебному году в городских детских садах откроются 7 дополнительных групп. На их реконструкцию и ремонт депутаты выделяют 2 миллиона 100 тысяч рублей. Появление новых групп сократит очередность в детские сады Кузнецка на 115 человек. На сегодня желающих попасть в дошкольное образовательное учреждение города более 1000. Предусмотрены депутатами и средства на ремонт крыш и кровель некоторых учреждений образования. 38 из 44 объектов этой сферы нуждаются в реконструкции. Глава города Валентина Майорова рекомендовала начальнику управления образования и директорам школ составить график выполнения работ по степени важности. Кроме этого, в ходе сессии народные избранники приняли решение вернуться к ставкам налога на имущество физических лиц, которые существовали на 1 января 2009 года.